Друзья, всем большой привет. Сегодня вот такие прикольные транзисторы будем вскрывать с помощью лазера, лазерным маркером. Транзисторы брались для индукционных печей. Что находится внутри, не знаю. Честно говоря, посмотрим вместе с вами. Сейчас их скроем. То есть у меня есть уже два подопытных. Туда их зарядил. И, соответственно, выясним, как это все выглядит. В прошлый раз мы с вами скрывали вот такой вот диодный прикольный мост. И, соответственно, глянем сейчас то же самое, что находится в транзисторах. Поехали! Вау, реально круто получилось. Блин, такие вещи я не думал, что когда-то рассмотрю или смогу их увидеть, как они вообще устроены, как они сделаны. Да, понимаю, что, конечно, здесь информации очень мало, но в целом это очень круто, когда ты можешь просто снять компаунд и рассмотреть схему полностью, как это все подпитано, как подведены, блин, проводники, как сделан ключ, выполнен. Ну, блин, реально круто очень. И здесь сразу видно, где здесь эмиттер, где коллектор, где база. Вообще крутяк на самом деле, ну, блин, суперски. Все, ребята, как всегда, большой жирный лайк. Подписывайтесь, если такая тема вам нравится. Буду снимать более подробные видеоролики. Еще будем искать другие элементы, другие будем вещи открывать. Также смотреть, с чего они устроены, как они сделаны. Но считаю, что, блин, довольно-таки очень круто все это выглядит. И мне, честно говоря, понравилась такая тематика. Буду почаще брать вещи, которые не нужны, либо валяются уже без дела. И будем их открывать и смотреть, как они будут выглядеть после гравировки. Все, как всегда. Здоровый, это лайк, всем пока-пока.